Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Одна из величайших раскопок в мире проходит сейчас в Израиле. Иордания находится всего в нескольких километрах отсюда. Мы находимся на Иорданском рифе в Бейт-Шеане. Много лет назад здесь прошло сильное землетрясение. Я был здесь, когда здесь ничего не было, кроме пустого поля. Прошло много лет. Посмотрите, что было откопано. Вот как выглядел римский город, но землетрясение разрушило его. Пару лет назад я был в Италии, в земле моих предков, и там мы посетили Помпею, город, уничтоженный извержением вулкана. Во время раскопок Помпеи под пеплом нашли тела, и эти тела выставили на всеобщий осмотр. Там была собака, сложившая так лапы, беременная женщина, держащаяся за живот. Они попытались воссоздать город таким, каким он был до уничтожения. Один из историков написал, что Бог уничтожил Помпею из-за грехов. Я хотел упомянуть это, потому что сегодня мы рассмотрим апокалиптические места Писания и то, как они исполняются через природные катаклизмы. Когда люди говорят о Божьей каре, то возникает путаница. Что такое кара Божия и почему она происходит? В книге Откровения мы видим, как ангелы выливают кары на этот мир. Но как именно это происходит на земле после высвобождения на небесах? Когда мы были в Помпеи, со мной была моя дочь и несколько ее друзей. Гид сказал, чтобы мы отвели детей в другую сторону, потому что им не стоит видеть то, что он собирался показать нам. Он сказал, «Я покажу вам, почему этот город, скорее всего, был уничтожен Богом». Мы отправились в так называемый бордель. Не буду рассказывать, что именно я там увидел, но на стенах борделя были изображения, и каждый мужчина мог выбрать понравившуюся ему сцену. Этот город стал таким извращенным, как Содом и Гоморра. Верующие решили, что Бог допустил его уничтожение. Часто уничтожение наступает потому, что Бог не желает, чтобы следующее поколение еще глубже погрязло в грехе, который отделит их от него. Библия говорит, что мятежный человек не проживает и половины своих дней. Я заметил, что наркоторговцы и люди, которые занимаются тем, что втягивают людей в грехи и зависимости, часто рано умирают. Особенно если с их стороны нет покаяния и нет обращения к Богу. Зачастую такие люди не доживают и до 40, и многим это кажется непонятным. Говорят, что за свою жизнь вы оказываете сильное влияние на 7 человек. Я говорю об обычном человеке. А если вы подтолкнули этих людей делать добро и служить Богу, то они могут повлиять на других 7, и вскоре у вас получается уже 49 человек. Потом 150, а затем 300. Но если человек каким-то образом участвует в распространении нарко- или алкозависимости и втягивает в это детей, если каждый из этих детей втянет в это еще по 7 человек, то вскоре у вас будет 49 зависимых, а потом 150, как я и говорил. И надеюсь, вы уловили мою мысль, к чему я веду. Итак, иногда Бог допускает, чтобы человек, который мог ввести множество людей в ужасное рабство, умер раньше времени, и тем самым мешает ему в распространении этого рабства или зависимости. Давайте вернемся к Содому и Гоморре. В Библии сказано, что Господь послал на землю огонь и серу. Раньше я думал, что что-то прилетело прямо с неба, упал какой-то метеорит и так далее. Однако, когда геологи начали исследовать южную часть Мертвого моря, они заметили, что со стороны Иордании было множество вулканов. Авраам в то время находился в Беэр-Шеве, на высоте. А то место, где сейчас Мертвое море, находилось на 400 метров ниже уровня моря. Итак, Авраам просыпается утром, он здесь, а Содом и Гоморра там, далеко внизу. Написано, что он увидел дым, исходящий от Содома и Гоморры, как от огромной печи.
Геологи считают, что произошло извержение под водами Мертвого моря. Люди, которые путешествовали по Израилю в 18 веке, говорили о подземном огне. Мы говорили об этом в программе под названием «Путешествие по подземному миру». Мы упоминали о том, что, согласно Писанию, дно Мертвого моря может быть входом в подземный мир, но сейчас, пожалуй, не об этом. Итак, в том регионе произошел какой-то мини-взрыв. Может, извержение вулкана? Библия говорит, что Бог послал огонь с неба. Авраам видел вспышки огня и дыма, но вполне возможно, что это было извержение вулкана. Несколько лет назад я изучал Ноев потоп. Не буду вдаваться в детали, иначе я могу отвлечься от апокалиптических мест Писания. Но в Библии сказано, что во время потопа фонтаны вырвались из глубин, а с неба пошел дождь. То есть это был дождь с двух сторон. 40 дней дождь шел с неба, но также фонтаны, техом, или глубины, тоже внезапно открылись. Это было что-то вроде трещины в земле. Может, она была вызвана сильным землетрясением. Итак, земля разверзлась, вода полилась. Возможно, это был как эффект цунами для мирового океана. И комбинация воды из-под земли и дождя с неба создала воды потопа. В Новом Завете Иисус сказал, что в последнее время будет так, как во дни Ноя. Тогда нам нужно вернуться к истории о потопе. Во время потопа вода лилась в двух направлениях. Небеса содрогнулись, а также вода вышла из-под земли. Иисус сказал, что в последнее время море и волны будут реветь. Когда в мире случается цунами, то люди, выжившие после него, говорят, что прямо перед цунами слышали рев или грохот из океана. Возможно, Иисус намекал на то, что мы увидим множество цунами. Как вы знаете, цунами уже были в Японии, в Индонезии и других частях света. И мне кажется, что это еще не все. Может, в ближайшее время мы увидим их на побережье Соединенных Штатов Америки. Но позвольте вернуться к нашей теме. В книге Откровения Иоанн показывает нам три сферы. У пророков есть способность смотреть в будущее. Такой человек может говорить о том, что происходит прямо сейчас, а потом перейти на тысячу лет в будущее. И в его предсказании может говориться о событиях, которые произойдут через тысячу лет после его смерти. Такие пророки, как Иеремия, Исаия, Даниил и Иоанн, после предсказания будущего делали шаг назад, рассказывая о том, что было в прошлом. Потом переходили к настоящему, ну а затем снова в будущее. Это хорошо видно на примере 14 главы книги Исаии или 28 главы книги Иезекииля. В один момент пророк говорит о царе Тира, который был царем Ливана. Затем он говорит: «Ты был в Эдеме, ты украшен всеми драгоценными камнями». И все ученые скажут вам, что речь о Люцифере. Он даже называет его помазанным Херувимом. Царь Тира не был помазанным Херувимом. Херувим — это ангел. Когда вы читаете книги пророков, то вам нужно понимать контекст. Говорят ли они о том, что было в их дни, или же о ближайшем будущем, или о последних днях и пришествии Господа? А теперь давайте перейдем к Апокалипсису или книге Откровения. Апокалипсис с греческого переводится как «откровение» или «открытие того, что было сокрыто». Почему Бог использовал символизм? Я хочу, чтобы вы знали, что символизм не случайен. Если вы знаете, что змей в Эдеме — это сатана, то вы знаете, что змей в Откровении — это тоже сатана.
Если вы знаете, что Агнец — это символ искупления Иисуса, тогда вы знаете, что образ Агнца, кроме Откровения 13 главы, это образ Иисуса, то есть символы сами себя объясняют. Много лет назад я был в Риме. Я обожаю Италию, потому что моя семья родом оттуда. Я был там несколько раз. Я был в Риме и в Ватикане. Это удивительные исторические места. Я пошел в отель после того, как поел спагетти. Поверьте, итальянцы умеют готовить спагетти. Они используют настоящие продукты, а не полуфабрикаты. Хорошо, я хочу спросить у кое-кого из вас. Вы знаете, что такое символизм? Кто из вас знает, что такое Откровение и что это странная книга? Поднимите руку. Вы заметили, что они не поднимали рук, пока я не поднял? Еще один вопрос. Символизм может запутать вас, если вы не знаете, что он означает. Конечно, но в случае с книгой Откровения, весь этот символизм ранее уже использовался в Библии. Давайте продолжим мой рассказ о спагетти. Кому-то нужно было это услышать. Итак, я был очень счастлив. Я поел спагетти, увиделся с многочисленными родственниками, и тогда я спросил Бога о книге Откровения. Я сказал: «Я не понимаю, почему ты не сделал все проще? Почему бы не сказать?» Я видел Иисуса, который подошел к престолу и взял 7 свитков. Зачем говорить «Агнец» 7 глазами? Тогда Господь заговорил со мной об уничтожении тайны Вавилона. Сегодня многие ученые, исполненные духом католики, считают, что речь идет об уничтожении Рима Папой Римским, который будет отступником. Он также соединит все религии вместе. Господь сказал: «Если бы я, к примеру, сказал Иоанну, что Рим будет уничтожен, и он написал об этом, то его рукопись никогда не увидела бы свет. Также его могли убить как политического преступника, который пытается свергнуть правительство». То есть символизм защитил книгу Откровения. Это одна из причин. Сейчас я вам еще кое-что покажу. В этой книге говорится о сорванных печатях. После срывания каждой печати происходили конкретные события. Затем 7 ангелов трубят в трубы. 6 печатей — это 6 кар. 7-я печать — это переходный этап. 6 труб — это кары, а 7-я — это переходный период. Затем идут 6 проклятий, а 7-е — это переходный период. И когда вы читаете это, то вам не все понятно, поэтому я хочу объяснить вам кое-что. На небе вы видите ангелов, которые что-то провозглашают, дуют в трубы, и наступают различные кары. А в 11 главе есть история о 2 свидетелях. В этой истории я заметил нечто интересное. И некоторые ученые со мной согласны. Свидетели появляются во время первых 42 месяцев скорби, и в это же время происходят определенные кары. Кары, высвобожденные на небе, проявляются на земле. Смотрите, что сделали эти свидетели. Они высвободили кары. Это были лишь некоторые из кар, высыхание Евфрата, к примеру, превращение воды в кровь. Ну а затем говорится, они могли поражать землю всевозможными бедствиями. Я хотел бы прочитать вам это в Писании. Книга Откровения, 11 глава, 5 и 6 стихи. «Если кто-то пытается причинить им вред, то изо рта этих свидетелей выходит огонь и поглощает их врагов. Так погибает каждый, кто хочет причинить им вред. Им дана власть затворить небеса, чтобы во дни, когда они пророчествуют, на землю не шел дождь,
а также власть превращать воду в кровь. Итак, в первые 42 месяца скорби появляются два свидетеля. Я думаю, что один из них — Илья, но мы с Биллом Клаудом разошлись во мнениях насчет второго свидетеля. Билл говорит, что это Моисей, а я считаю, что это будет Енох, потому что Енох и Илья — единственные, кто никогда не умирал. Кем бы они ни были, они придут и 42 месяца будут провозглашать кары и бедствия, а потом выполнят их, но запускают эти кары ангелы на небесах. Надеюсь, вы за мной успеваете. Иисус открывает печати, ангелы дуют в трубы, а на земле выглядит все так, будто бы эти свидетели создают все бедствия. Например, они скажут: «Огонь, сойди с ним», и ангел огня произведет огонь с неба, но будет выглядеть так, будто бы они сами это сделали. В Откровении 11 главе 1 стихе сказано о храме Божьем, который стоял в Иерусалиме во время скорби, и эти свидетели помогали в его строительстве. Профессор Кауфман говорит, что 42 месяца нужны не для строительства храма, а для его начала и завершения, потому что нужно произнести определенные молитвы, найти рыжую телицу. Я уже, кстати, немного отвлекся, простите меня. Храм будет посвящен, если он будет построен в Иерусалиме на Пасху. Если Иисус придет во время осенних праздников, 3,5 года, а потом Пасха — идеальное совпадение. В книге Даниила 9 главе сказано, что посреди скорби Антихрист захватит храм и Иерусалим и построит свой дворец или штаб-квартиру прямо в Иерусалиме. Он сделает это после смерти двух свидетелей. Весь мир будет радоваться, когда эти свидетели будут убиты. Но почему? Потому что люди решат, что именно эти свидетели вызывали все те бедствия на земле. Надеюсь, вы все еще со мной. Это не будет так. «О Боже, солнце стало красным». «О Боже, астероид». Эти свидетели будут провозглашать все эти вещи, потому что всякое слово утверждается на основании слов двух или трех свидетелей. Они будут говорить, а ангелы будут высвобождать это с неба. Когда вы читаете в книге Откровения о снятии печатей или о трубах, это 5 и 6 главы, то происходить все будет так. Свидетели будут говорить, а ангелы активировать. А потом все это придет на землю. Произойдет землетрясение, которое повлияет на всю землю. В Откровении в 6 главе сказано: «Потом я увидел, как ягненок снял 6-ю печать. Тогда вдруг произошло сильное землетрясение, и солнце стало черным, как рубище, а луна стала красной, как кровь. Небесные звезды упали на землю, как незрелый инжир падает с деревьев от сильного порыва ветра. Небо свернулось, как свиток, и все горы и острова были сдвинуты со своих мест». Также в книге Откровения сказано, что города народов падут. Хочу показать вам еще кое-что. Первый ангел затрубил, и на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью. Третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зеленая трава сгорела. Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной горящей горы упало в море. Третья часть всего живущего в море умерла, и третья часть всех судов погибла. Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, огромная звезда, или астероид. Третья часть воды стала горькой, как полынь. И от этой горькой воды погибло много людей. Постараюсь объяснить все быстро, потому что эта тема занимает как минимум 30 или 40 минут. Здесь мы видим сильное землетрясение, потом сильный огонь до верхушек деревьев, а потом падение астероида, который уничтожит треть земли. Я хочу показать вам карту так называемого «огненного кольца».
Это кольцо проходит через Тихий океан и цепляет западные побережья Соединенных Штатов Америки. В этом огненном кольце находится около 500 вулканов, которые были активными, сейчас активны или могут стать активными. Пожалуйста, посмотрите на эту карту. Почти 70% больших городов мира попадают в этот огненный круг. Покажите карту вместе с городами. Вот. Ученые говорят, что если наступит такой момент, когда тектонические плиты в Тихом океане начнут двигаться, как это было во время цунами в Индонезии, то это запустит цепь землетрясений в этом огненном круге, где находятся все те города, а также в то самое время, возможно, сильная вулканическая активность. Зачем я все это рассказываю? Когда Иоанн писал о будущем, он говорил о времени. Кажется, нужно будет сделать вторую часть, или у вас просто снесет крышу. Слава Иисусу! Помоги мне, Господь! Помоги, я хочу говорить это. Я не люблю учить без конспекта, потому что я всегда что-то упускаю. Но я хотел сказать вам, когда вы читаете апокалиптические места Писания и видите наступление кар, то знаете, что зачастую это природные катаклизмы или феномены. Извержения вулканов периодически случаются, землетрясения случаются, цунами также случаются, но происходит все это потому, что Земля находится в родовых схватках, ожидая искупления сынов Божьих. Вот это да! Как вам такое откровение? Иными словами, эта земля впитала невинную кровь. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 23 главе. Все вы помните это место Писания. И придет время, когда эта невинная кровь воззовет к Богу. Сами прочитайте Откровение 17 и потом 18 главу. Там говорится о тайне Вавилона, а потом Откровение 6 главу. О мучениках. Кары — это отмщение за невинную кровь. Вот что я сделаю. Я сменю рубашку, чтобы вы не подумали, что это повтор программы. И сниму вторую часть, которая выйдет через неделю. Оставайтесь с нами, у нас есть для вас новое предложение. И мне еще есть что сказать. Аллилуйя! Мне нужно больше времени в эфире. Я с восторгом представляю вам наше новое предложение под названием «Апокалипсис. Легкий для понимания». Наконец-то есть ресурс, помогающий лучше понять книгу Откровения. Многие люди избегают изучения Откровения, боясь не понять ее символизм. А ведь это единственная книга, в которой есть обетование благословения для читающих и соблюдающих. Я записал двухчасовую программу, в которой простым языком объясняю историю, символы и предсказания Откровения. Я использую простой метод обучения. Молодежь говорит, им впервые все понятно. Я прошу вас приобрести эти две DVD-программы с легкими пояснениями. К ним я прилагаю два аудиодиска, в которых я говорю о воинственной ходатайственной молитве в момент серьезной атаки. Моя проповедь называется «Сатана, руки прочь от моей семьи». И вторая проповедь называется «Как сломить сатанинское сопротивление в вашей семье». «Как сломить духи тьмы, восстающие против ваших детей». Это предложение этой недели. Если вы закажете прямо сейчас, я добавлю к заказу еще один диск. «Женщины, вам понравится». Он называется так: «Пять женщин в жизни Иисуса». В Новом Завете, в родословии Иисуса, упомянуто пять женщин, и каждая из них представляет собой одну из женщин, находящуюся в любой церкви мира. Какой женщиной являетесь вы? Вы сможете понять, прослушав эту проповедь. Итак, ваши шаги. Мы просим вас прислать пожертвование $30, чтобы наша программа продолжала выходить в эфир. Укажите номер заказа.
AME-129, позвонив по телефону, указанному на экране. А также вы можете заказать онлайн на нашем сайте. Мы надеемся услышать вас как можно быстрее, чтобы вы смогли получить наш ресурс «Апокалипсис легкий для понимания». Пишите сегодня. Да благословит вас Господь! Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Не пропустите следующие выпуски. Они будут очень интересными. Я также в восторге от предложения этой недели. Воспользуйтесь им. Оно одно из лучших. Далее очень важная информация. Послушайте мое расписание, и, возможно, мы увидимся на одном из моих собраний. С 7 по 9 сентября мы посетим город Миддлтон, Огайо. 11 сентября — Индепенденс, штат Кентукки. Всего одно собрание. 11 сентября все помнят эту дату. Конвей, Арканзас, с 14 по 16 сентября это будет конференция. Лебанон, Огайо, 16 сентября это среда. Берривиль, Арканзас, 26. Я вынужден перечислять все это быстро, потому что у нас нет времени. Лучшее, что вы можете сделать, зайти на наш сайт, и там вы найдете более детальную информацию. Мы приближаемся к концу года. Осень — это моя любимая пора. Мы с женой болеем за университетский футбол. Думаю, вы это уже поняли. Мы любим осень. Осень — это прекрасное и романтичное время года. Конечно, приближается время нашего главного события. И мы приглашаем вас на него. Мы также считаем, что странные вещи, которые происходят сейчас в мире, могут что-то символизировать. Природа и животные очень чувствительны к определенным вещам. Например, в некоторых регионах Аляски исчез лосось. Животные, которые регулярно мигрировали во Флориду, в этом году не мигрировали. В июле по всему штату Теннесси было очень много гусей. А обычно они прилетают в сентябре или октябре. Многие люди считают, что это потому, что животные предчувствуют землетрясение или цунами. Я не специалист в этом вопросе, но если вы замечаете эти странности, то спешите заключить завет с Богом. Не ждите. Покайтесь, пока не стало слишком поздно. Изучайте Библию и начинайте служить Богу. А также следите за нами в соцсетях. И так вы не пропустите то, что Бог делает в нашем служении. Следите за предсказаниями, потому что они говорят о том, когда придет Иисус. Мы увидимся с вами через одну неделю, и, пожалуйста, не забудьте заказать наше новое предложение. Пусть Бог благословит вас. Этой осенью в Омега-Центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Перри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпентнера, а прославление от Линды Лакури. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальная информация на сайте. Не пропустите главное событие этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами.